чисто спортивное решение, больше никакого не может быть. Но моменты были, и во втором тайме достаточно много. Не было основного, не было агрессии. Для того, чтобы забить мяч, не было агрессии, для того, чтобы удержать этот первый мяч, который забили, не было такого, ну, принципиального начала в единоборствах. Отсюда и проиграли игру. Кто сегодня, кто больше хочет, тот и выигрывает. Все по-разному приехали. Кто-то играл, кто-то не играл. Но это есть в календаре, и это не оправдывает нас ни в коем случае. Ну, он хорошо играл, но мы, в принципе, планировали, потому что Фарфан, он два тайма не мог играть, и сама идея была, что Тугарев играет первый тайм, а Фарфан либо 30 минут, либо он прилетел только сегодня ночью. Вот вся ситуация. Может быть, и не надо было Тугарева менять, у него два хороших момента были, он имел, надо было их реализовывать. Оценивать мне очень сложно, а оценивать один эпизод я могу. Ну как это? Столько замен, столько вратарь судил, и всего одну минуту прибавить.